еще одно видео записать интересное. Prius 20. Пока еще не разобрались. Разбираемся. Ошибка по гибридной установке. P3000, да? Есть такая. И то есть начали разбираться. По вентилятору. Вентилятор не работает. Подключили через TouchStream, попытались его включить. Вентилятор не запускается. То есть рукой залазишь вот сюда вот под обшивку. Так, где? Здесь все влажно. А когда заглядываешь, убери, у меня засветится. Не включается. Сейчас попробую свет. Ну-ка, давай. О, видно, там под аккумулятором бассейн. То есть здесь все сыро тоже. Сейчас разберем. Посмотрим, что из этого выйдет. Насколько мне уже известно, я уже слышал, что вот в этих вот местах у них проблемы у 20-х кузовов. Бежать начинает от дождика водичка. Она сейчас раскидаем, посмотрим. Кисляется, да? Я вот... Здесь же еще вот. А, вон, водокам воды, смотри, сколько. Снимай. Так, ну-ка. Снимай видео. Получается вот. Ну, вон она аж плавает, вода. Вот и причина. И, скорее всего, как-то вот здесь по кузову вода попадает сюда в разъем, и вот начинаются проблемы. Но воды-то там вообще нормально, конечно. Там такой басик. Вон, видно, надо пробочку. Вот она, пробочку. Можно достать пробочку. Вон то она сольется, водичка. Ну, а здесь сейчас попробуем обслужить, все сделаем. Проверим вообще на работоспособность вентилятора. Контакт. Отгнил, да? А он внутри прям там остался, отгнил. Ну, все понятно. Так, а вот он. Ага. Так бывает. Ну, что, давай в нашей проводке найдем. Хорошо, когда есть контракт на запчасти, да? Надо найти такой разъем. Теперь у братана лицо изменилось, потому что он знает, что такое искать провода. Так, а здесь готовится новое видео. Скоро выпустим его, как проверяем элементы. Но это все потом. Сейчас пока разберемся вот с ней. Неисправность мы почти нашли, еще не устраняли, конечно, но обещали клиенту еще обслужить батарею. Сейчас разберем, обслужим еще батарею. Пацаны, он делает это все профессионально. 2 минуты раскидали. Да, брат? Да, брат. Парни раскидали. Что мы тут видим? Кислятину видим мы тут. Это вот все сейчас будем убирать. О, на ростах все. С той стороны, братанчик, то же самое? Я пока еще не знаю. Здесь вот тоже видно, нет? Я просто видно. О, хорошо видно. Переживаю, что не сломать. Батарейку сдернули. Сейчас пока обслужим батарейку, потом это будем делать. Да? Тут столько у нас запчастей, представляете? Будем сейчас обслуживать все вот это дело. Наверное, все посиневшее вообще. Так вот все сияет теперь здесь. Я все обслужил. Здесь закрыл уже. Ладно, сейчас будем с электрикой разбираться. Здесь пока все собирают, я походу нашел причину. Вот она. Наверное, видно будет на видео. Ага, вот так. Вот она идет, трещина прям. Упс. И могу предположить, что вот именно из-за этого вода попадает вовнутрь. Здесь. Что сбилось у меня? Здесь на проводку. Как раз вот она, вентилятор, походу, сгорел. Замкнул, потому что не работает.
И все. Сейчас придумаем, как это можно обезопасить. Может, заизолировать как-то разъемы. Так, ну разъемы восстановили. Все сделали. Вентилятор, точно. Вентилятор он сдох. Поменяли. Так, там доделывает сейчас Миша. Думаем, как все это дело сделать так, чтобы не заливалось водой. Все работает отлично, вот там видно. Здесь мы, конечно, все сделали, насколько это возможно, но проблему это не решит. Ну так, а с этой стороны? Вот с этой стороны? Ну нету вроде трещин. Вот здесь у нас, блин, прямо здесь прям хорошая трещина. Походу надо, чтобы решить этот вопрос, надо вот это вот, блин, ну проклеить тоже, наверное, не получится. Ну, потом что дальше? Ну, так тут трещина-то лютая. Ну, смотри, какая трещина. Вот она проблема. Конечно, будет бежать. Она сначала будет устранить вот это, тогда будет устранена проблема полностью. Вот так бывает.